Добрый день, друзья! И давайте посмотрим с вами на демо-версии игры Гоблингтон в рамках фестиваля «Играм быть». Так, стартовые предметы разблокируются автоматически на момент демо-улучшения. Так, у нас есть паладин, гоблин-паладин, который специализируется в ближнем бою. Он действительно очень любит поедать баклажаны. Есть стартовые предметы. Требуется, чтобы разблокировать определенного спиритического героя. Чтобы получить новые здания. Чтобы получить... Герой, связанного с природой, рекомендован до первого забега. Нужен, чтобы разблокировать определенного праведного героя. Так, требуется, чтобы разблокировать довольно забавного персонажа. Быстрого и опасного юнита. Давайте для первого раз нам рекомендуют взять этот меч. Давайте возьмем его. И добро пожаловать в Гоблингтон! Похоже, вы играете в первый раз. Давайте я быстренько объясню основы в кратком обучении. Нажмите пробел, чтобы поставить на паузу игру. Чтобы продолжить, просто нажмите кнопку «Далее». Это дом ваших гоблинов. Вы можете починить его или нанять тут гоблинов. Ну, давайте наймем гоблинов. Здесь бесплатные поля для постройки. Вы можете построить различные постройки, которые помогут нам собирать ресурсы. Как только здание будет построено, наведите на него и щелкните на маленькой стрелочке, чтобы назначить новые свободные места. Если у вас есть... Если вы наняли... Либо гоблинов, и у них нет работы... Они автоматически возьмут первую доступную бесплатную работу. После этого гоблин автоматически пойдет собирать ресурсы того здания, которое вот поставили. Нужно внимательно смотреть за этим джентльменом. Странник, ты можешь мне огня предложить? Эти старые кости, им нужно немного тепла. Шепот предполагает, что юнит можно нанять здесь каждые несколько дней. Слухи ходят. Так, ну два золота мы ему наняли. А это место, где наши герои и юниты начинают. Можем двигать их по округе свободно. И можем покупать новые точки для более статичного геймплея. Это вот наш выбранный стартовый герой. В Гоблингтоне есть юниты и героев. Оба они похожи, но можете изменить способности героев в любое время в их меню юнитов, если она разблокирована. Способности юнитов, однако, все активны. Эти лампы – часть метапрогрессии. Они становятся зажженными, прямо забегов разблокируют путь к интересным вещам. Наверху экрана вы можете видеть различные собираемые ресурсы. В верхнем правом углу экрана вы можете найти время до следующей ночи. А после великого события монстры придут из порталов каждую ночь и будут направляться к нашему городу. Можем изменять скорость игры клавишами полагаю 1, 2 и 3 и ставить игру на паузу пробелом. Можете перезапустить обучение на экране настроек. Вот и все. Теперь мы должны понимать основы. Удачи! Окей, давайте наймем гоблина. Давайте сперва починим.
Намёк гоблина? Намёк гоблинов? Намёк гоблинов. Починим. Почему щелчки все одинаковые? Шелнять гоблина, что починить? Так, нам нужно камень. Где у нас может быть камень? Почему он пишет У? Давай попробуем здесь. У. Что мы здесь поставим? Каменная шахта. Для этого нужен вот этот ресурс. Сперва нам поставить надо лесоруб. Здесь гоблины будут ходить и вырубать лес. Древесина нужна для улучшения определенных героев или юнитов. Также используется для материал для постройки, для других зданий. А, у нас золота не хватает. Мы наняли много гоблинов, но не посмотрели, что нам золото понадобится. Но мы оплошали. Мы сейчас не можем позволить себе. Надо было наймать одного гоблина и послать его рубить лес. Ну, что ж. Давайте ускорим. Может, где-нибудь мы сможем немножко золота получить? Хотя ближайший способ нам получить немножко золота — дождаться ночи. Ты что делаешь? Я тебя сюда поставил. Все, наступает ночь. 3, 2, 1. День мы прожили зря. А наш герой отправился воевать с монстрами. Буньк. О, монетка. Давайте понадеемся, что эту монетку мы автоматом получим в конце. И она даст нам построить уже лесорубов. О, у нас есть 3 монетки. Хорошо, живем. Буньк. Окей, ночь подошла к концу, а мы собираем ресурсы. Порядка 5 монеток, 6 монеток. Хорошо, каждый герой и каждый юнит, у них есть любимое блюдо. Если они поедят любимые блюда, их опыт удвоится. Порядка того, когда формируется блюдо, он случайный. Но блюда с наибольшим количеством опыта всегда раздаются первыми. В дополнение все герои и юниты входят в таверну в случайном порядке. Давайте пропустим таверну. Очень, кстати, похож на другую игру, мы подобное уже, кажется, видели. Так. Пауза. Ставим тебя. Все. Уйдите, рубите. А мы с вами подготовимся. И сможем взять таверну. Хотя зачем нам таверна? Хотя таверна — это место для расставления наших героев и юнитов. Также использовать для их повышения, если мы собрали еду. Можем взять тебя. Для этого надо 5. Давайте вот ко мне добычу поставим. Как только соберем 4 дерева. Кошмар, гоблины полдня только шли до этого места.
Мы разблокировали Пампеля, кто бы он ни был. Поэтому да, можно периодически смотреть вокруг, искать, кого можем удастся разблокировать. Так, душа призрачная нужна. А что за Пампель? Так, ребята, рубят дерево. Ну, максимум нам пару древесины принесут. Поэтому рассчитывать на большие запасы, похоже, не стоит. Вот, наступает ночь. Наш герой снова отправляется бить монстров. Пожелаем ему удачи. Хорошо, что монстры не идут в город. Окей. День второй подошел к концу. Никто ничего не ест. Так, наступает утро. Гоблины здесь несут нам дерево, я надеюсь. У нас 11 монет. Поэтому возьмем еще одного гоблина. Нет, гоблин нанимается только... А почему здесь гоблин нанимается? Гоблин больше не нанимается. Почему? А, потому что максимум 2 из 2. Значит, нам нужен домик. Но в первую очередь нам, наверное, нужна добыча камня. Мы 2 дерева добыли. Острый нож. Хорош для охоты. Нашли кого-то Альберхта. Какой-то мандюк был. Окей. А что нам дают эти пимпели Альберхты? Так. Хотим ли мы зажечь фонарь? Давай зажжем. И откроем себе доступ чуть дальше. Так. Там внизу есть зубы. Похоже, они прокляты. Желаем ли мы что-нибудь? Камень желаю. Так, а у нас уже выходят монстры. Странный монстр. Давайте нового юнита нам разблокируем.
Окей, начинается новый день. Вот гоблины принесли нам дерево. У нас их 4. А значит, можем поставить каменную шахту. И можем пробовать отправить сюда одного гоблина. А, у нас какое-то еще 2 дерева есть. Ну, хорошо. Как-то нам новый юнит был доступен. А где именно доступен, пока не говорят, да? Что у нас здесь есть? Надо зажечь еще панель. Ну-ка, эти фонари можем зажечь. 10 у нас есть. Давайте пойдем дальше по метапрогрессии. Может быть, тут что-нибудь есть. Угу. В этом участке ничего. Просит еще зажечь. Здесь какой-то домик наверху. Внизу что-то еще. Причем вот этот свет нам не хочет загораться пока. Ну, пойдем сюда. Угу. 5 монеток, жрец, кажется, зажег палочки ароматные, подношение. Вот давайте немножко золота ему предложим. Ну. Чего-то как-то не предлагается. Странно. Почему наши палочки не хотят предлагаться? Это подношение. Золото у нас есть, целых 17. У нас вообще здание не строится. А, ну для этого-то нам понятно. Не хватает уже капелек. Но почему нам золото не предлагалось? Так, где-то, может, индюков каких-то забыли? Непонятно. Ну, здоровье нашего героя восстановилось. А дальше, я думаю, мы справимся как-нибудь. Монстров с каждой волной становится все больше и больше. Готово. Так, а почему вот эти монетки нам не вернули? Безобразие. Нам вернули не все монетки. Что можем взять? Таверна, шахта. Вот я бы маленький домик взял, чтобы больше гоблинов у нас заработало. Для этого нужно еще одну древесинку. Вот он сейчас принесет. Оп, принес. Отлично. Маленький домик. Так, у нас есть новые гоблины. Вот пусть 2 работают тут, 2 тут. Все поживее пойдет. Наши подношения здесь все равно не принимают. Здесь мы зажгли, но ничего не изменилось пока.
Так, почему один рубит камень, а другие просто танцуют рядышком, голышом? Ладно, может, не голышом. С такого приближения не видно особо. Да не то, чтобы всматривались. Здесь не все ресурсы нам дают. Так, все еще. А, во, все, у нас просто пауза была, поэтому туман не расходился. Так, мастера мертвых слаймов вокруг. Он говорит, что его имя Сенчи. Вы хотите посмотреть, как он готовит слаймов? Да, а чё? А, нам надо еще, видимо, вот это? А, значит, у нас нет определенного какого-то ресурса. У нас особого артефакта нету для этого, понятно. Все, тогда понятно, почему он нам не хочет. Значит, что нам не только 5 монеток, но еще вот этот ресурс нужен. А мы старту выбрали ножичек. Поэтому нам доступно сейчас пока не все. Все, гоблины перестали танцевать и взялись наконец на работу. Так, я больше не вижу чудесных индюков. Как-то ярлику, все умерли. Печаль. На что у нас разблокировалось? У нас разблокировался новый юнит, про который у нас никакого описания нету пока. Плюс есть монетка, можно вылечить. Можно вылечить стартовую еду на одно. Камень. Доску. Можно даже начинать с одного гоблина больше, но у нас пока не хватает ресурсов. Жалко, что у нас про юнитов ничего не пишут. Но я вижу, что это какой-то охотник. Больше слитков золота. Что нам вначале не хватает чего? Можем, по идее, увеличить больше золота. Мы можем сразу нанять двух гоблинов. У нас вначале 10, да, было? Да, если будет 11, двух гоблинов и сразу поставить мясорубку, это было неплохо. Мы можем еще больше золота взять, по идее. А можем сразу взять еду. А, еду не можем. Ладно, давай тогда больше золота. Назад. Старт. Выберем тебя, но в качестве артефакта возьмем вот тебя, чтобы возможность разблокировать другого героя. У кого-то мы там разблокировали. Все. Потом уже... Тебя мы тоже, кажется, видели. Там где-то дух был. Он говорит, он забавный. Ну, давай сперва спиритическое разблокируем. Так, двоих взяли. Теперь, ребята, чтобы вам далеко не ходить. Все, принимайтесь за работу. Все. Наконец-то мы первый день не тратим. Хотя то, что мы зажгли до этого, оно у нас все еще горит, и это хорошо. Накопим 5 монеток, и у нас есть вот этот артефакт, сможем кого-то разблокировать. О, охотник, вот у нас. Пришел, за 3 монетки можем его купить. Так, давайте ускоримся. Потому что пока мы ничего не можем поделать. Ресурсов нету.
Поэтому ждем ночи. Первая ночь не страшна? Откуда у нас тут так много гоблинов? У нас их всего 2. Так, но тем временем у нас есть 7 золота. И можем уже расширяться. А, дерева у нас нету. Ну, за 4 можем взять место. А дальше давайте посмотрим. Надо, наверное, взять домик. В первую очередь. Для этого надо, чтобы нам принесли еще больше дерева. Оп, дерево принесли. Не, пока не добавилось. Не, видел только что он донес. Я только, ну, только что донес, ну. Где? Или попробовать вызвать. Давайте пока. А давайте делаем так. Все, у нас 2 героя. Отлично. А, ночь пришла. Увы. Ночью мы уже ничего не построим. Хотя нет, гоблинов найти удалось. Одного. Может, еще одного удастся, нет? Нет, ну, значит, утром наймем. Наши 2 героя быстро расправились со всеми. А, герой один, второй просто юнит. Не, вот, нет, 2 героя, окей. А закричу, а, нет еды. Ну, конечно, нет еды. Так, 4. И нам нужно что? Наверное, больше здесь. Как только он соберет больше дерева, мы с вами сможем отправить его дальше. Здесь у нас 17. Можем посмотреть, что еще у нас скрывается во тьме. Какая-то клетка. Кто-то сидит в хрупкой деревянной клетки, окруженные маленькими волосатыми существами. Они смотрят нас. Вот они... У них чего-то нету. Что-то отсутствует. Может, мы сможем им помочь? За 5 золота? Может, сможем. Но не сейчас. А, ну да, там нужен артефакт. Хорошо. А где у нас еще курицы? Какие там эти? Альфреды, Пампели. Что-то их больше не видно. Странно. Так. Что-то мы в прошлый раз пожелали камня, но я не вижу, чтобы у нас как-то камня прибавлялось. Так вот, несут нам дерево. Я не вижу, чтобы у нас дерево прибавилось. Шалышник неплох. Может быть, когда-нибудь
мы будем для них производить еду. Но точно не первые 5 забегов. Потому что вначале у нас ничего не хватает. А, 4 из 4. Значит, надо срочно ставить добычу камня. И назначать сюда гоблинов. Двоих. А отсюда одного снимать. Для среднего дома нам нужно 5 этих. Опять мы не можем. Можно от тебя улучшить тогда. А можем хранить больше, по 8 каждого ресурса вместо 4. И тогда уже сможем позволить тебе эту штуку. Стой. Раз такое дело, давай наймем тебя. Новый герой разблокирован. Сюда он пока не пришел. Так, что там пишут? Недоступно в Деме. Окей. Но мы можем вот этот открыть. Это, возможно, одно из последних вещей, которые можем открыть. Так, ну лучник-то хорош. Он разбирается со всеми и не получает урона. Так. Теперь давайте разбираться с ресурсами и с тем, что у нас есть. Так, здесь ребятки должны сейчас ресурсы принести. Но пока они ресурсы привозят, давайте здесь разблокируем. Так, 4 из 4, стоп. Чиним быстрее тебя. Отлично, теперь может быть по 8 ресурсов. Это хорошо. Смотрим, куда ведет эта вещь. Так, можем приблизиться к алтарю и заметить отпечатки ног на мху. Шепот, кажется, идет. Пожалуйста, размести серебряный цветочек на алтарь. Мы снова нашли пампеля. Дальше в демо тут мы уже развиваться не можем. По мета-прогрессии мы вроде развелись. Пампеля 3 раза нашли. Опять-таки не все ресурсы у нас почему-то собираются. Это странно. Так, у тебя никого нету пока? Так, можем взять маленький домик. Но я бы хотел за 5 уже лесопилку. А можем шахту поднять, но нам. Потому что нам маленький домик нужен будет. Хотя лучше средний домик сразу. Лучше сразу средний домик поставить. А успеем ли мы дожить до среднего домика? Да, нам все равно понадобится маленький домик. Потом уже поставим лесопилку, проще, потому что нам не хватает рабочей силы.
Ух, большой идет. А второй там вот сражается. Отбегай, дружище. Где он там? Он идет наверх сражаться. Ну куда ж ты? Беги! Глупенький. Тебя сейчас бить будут. Беги, малыш. О, нет. Ну, ярлик, где ты там ходил? Посмотрим, сейчас хватит тебя здоровья. Разделаться с боссом. Похоже, нет. Вот, хотя... Давай, оп, хватило, смотри-ка ты. Он вернулся. Так, у нас по 6 гоблинов работает. Ждем, когда у нас будет больше ресурсов. Камень мы, конечно, могли потратить, чтобы поставить аутпост. Но зачем нам ставить аутпост там? Пока непонятно. Давай шахту поставим. Шахту и плавильню. Пусть здесь работает по одному гоблину. Отсюда вот снимем по одному. Пока не брат отсюда точно. Дерево это нам, наверное, понадобится. Сперва пусть добудет нам слитки. О, кусочки руды. А потом эту руду мы будем плавить. В слитке золота. Так, а у тебя нету... А, у нас один герой остался? Серьезно? А как? А где? А что сделать, чтобы... Чтобы вернуть его? Слушай, у него нету. А тут у нас заново он не пришел. Как? Все, это, видимо, последняя наша ночь, которую мы будем проживать. Мы, конечно, хорошо дожили. У нас 23 золота. Но нанять еще одного лучника мы нигде не можем. Дальше продвинуться по прогрессии тоже. О, точно. Околчан со стрелами, либо глаз эльфийского короля, выше он скрита. Ничего себе, надо было брать. Я не знаю, что тут еще артефакты могут выпасть. Ну, малыш, держись. Я не знаю, что делать нашим лучникам. Если бы лучник был жив, мы определенно взяли колчан. Но так как лучника нет, улучшим тебе шанс крита. Надеемся, что эту ночь ты переживешь. Может, он на следующую ночь к нам придет. А вдруг... Так, ну эту ночь мы пережили. Удивительно. Ну чем так кричать? Нет. Этой ночью он тоже не пришел. Очень жаль. Так, вот нас гоблин несет золото. Это, конечно, хорошо. Мы все еще добыли золото на лесопилку. О, дерево не добили на лесопилку. О. У нас есть 4 камня. Мы могли бы здесь где-нибудь поставить точку. Вот надо 5. Но все еще непонятно, а зачем? Нам за это новых юнитов не дадут? Может, мы будем просто ближе к порталам? Но пока не видно стратегического преимущества нахождения рядом с порталами.
Можно найти еще один маленький дом? Ну давайте подождем. Уже поставим лесопилку. Возможно, завтра поставим лесопилку и снаживем. А мы дожили. Чудеса. Значит, сегодня мы поставим лесопилку, а пока выслушаем крики героев о том, что нет еды. А что происходит? Сейчас нам должны были показать таверну. Во, спасибо. Я уже начал беспокоиться. Так, 5 из 8 есть. Тогда ставим уже тебя. И... отсюда. Переводим тебя пилить доски. Лучше двоих. И давайте посмотрим, сможем ли мы поставить себе средний домик. Подожди, ну вот это не наглёшь? Он стоит, у него тут огромное количество ресурсов. А он их не хочет собрать. Ну как это? Как это понимать? Да, у нас артефактов нужных нет, поэтому это нам не дадут, к сожалению. Золото у нас есть. Ну давай дерево. Дерево больше не стало. Досок пока тоже. Так, что-то одни огненные демоны ползут уже. Так, ну если эти два это последние, то эту ночь мы тоже переживаем. Давайте переназначим одного гоблина еще на лесопилку с камня. Смотрим, на поле боя никаких артефактов не видно. Странных существ рядом с границами вроде тоже нигде не видно. Может, надо там по 5-10 раз заметить. У нас все еще ноль. Вот вы там точно пилите? День проходит, а досок больше не становится. Не, ну тут мы точно не справимся. Не, смотри, как вы выжили. На волоске, но выжили же. Он могуч, он силен. Может быть, благодаря нашему артефакту, который вычивает множитель защиты. Так, дайте нам больше досок. Вот, две доски дали. А нам
Для того, чтобы хорошо делать, во-первых, надо... Четыре доски, еще две надо. Ну вот мне пока не совсем по... А, хотя... А что из нас собирает ягоды? Это как бы древесина, доски, камень. Наверное, место расслабления. Наверное, надо было оставить, наверное. Ой, ярлик, ярлик, все. Все умерли. Все умерли. Сейчас мы можем посмотреть, что у нас разблокировалось. А. Тут-то у нас ничего не разблокировалось. Но у нас есть 5 капелек, за которые мы можем уже разблокировать, например... Начинать с одной едой. Чтобы герой немножко повысил уровень и стал сильнее. Но если бы мы хотели еще начать и провести еще ран, у нас вот есть жрец со способностью наказывать на расстоянии. И он очень любит морковки. Окей. Ну а мы смотрели на демо-версию игры Goblin Town. Большое спасибо за просмотр и увидимся.